В 10-м сезоне участвовали только тяжеловесы, а их наставниками были выбраны непримиримые соперники Рашад Эванс и Рэмпейдж Джексон. Рэмпейдж, когда собирал команду, то не смотрел на навыки подопечных. Он просто набрал самых габаритных парней. И постоянно повторял, что размер имеет значение. Изюминкой на торте стало участие главного уличного бойца Кимбо Слайса. Но и кроме него хватало занимательных персонажей. Одним из них был 35-летний Маркус Джонс, который профессионально играл в американский футбол, после чего решил попробовать себя в ММА. Гигант покорил всех своей мощью. Джонс постоянно ронял партнеров на тренировках, даже работая в полсилы. Рвал перчатки, пытаясь натянуть их на свои здоровенные руки. При этом визжал, когда увидел рядом со своей кроватью насекомое. И выражал абсолютно детский восторг, если у него получилось выполнить что-то новое. В отборочном раунде Маркус чуть не оторвал руку Майку Весселу, оформив самый быстрый финиш всего сезона. Еще брутальнее он выступил в 1/4, когда едва не вбил в канвас голову Дэрила Скунавера. Под конец сезона под горячую руку Джонса попал еще и Мэтт Митрион. Оказалось, что у Скотта Джанка после боя с Мэттом отслоилась сетчатка, и Джон зачем-то решил отомстить. А через пару минут уже рыдал в раздевалке из-за того, что Джанк теперь может завершить карьеру из-за глаза. Маркус был единственным представителем команды Рэмпейджа, который прошел дальше первого раунда. В итоге он проиграл в полуфинале. Оставшись в памяти зрителей, одним из самых искренних и трогательных участников за всю историю шоу. Я устал, босс.